Россия и Япония возобновили прямые контакты. В Москве сегодня прошли переговоры глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Фумио Кисиды. Встреча дипломатов за последние полтора года первая. Как известно, Япония присоединилась к западным антироссийским санкциям. К тому же Токио не снимает с повестки территориальный вопрос по островам Курильской гряды, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Как заявил Сергей Лавров, эта тема сегодня на переговорах не поднималась. И, в принципе, она не является предметом диалога. Речь сейчас идет исключительно о заключении мирного договора между странами. Российские подходы опираются на все договоренности, которые были достигнуты на сегодняшний день, и они остаются неизменными. В частности, мы напомнили о том, что продвижение в данном вопросе возможно лишь после того, как мы получим ясность в отношении признания Японии послевоенных исторических реалий, включая устав Организации Объединенных Наций во всей его полноте. Как добавил Сергей Лавров, и Москва, и Токио, несмотря на разногласия, намерены искать взаимоприемлемое для обоих народов решение. Стороны заинтересованы в продолжении политического диалога, в том числе и на высшем уровне. Очередной раунд консультаций по мирному договору пройдет в Москве 8 октября. Также стало известно, что главу российского МИДа пригласили с визитом в столицу Японии. Сроки будут утверждены в ближайшее время.